Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, откроем с тобой сундук обычный. Что нам здесь выпадет? 20 монет. Розалинда. Выпадает солдат Аркинсон. Кристалл. И Сигурда и Фафни. Все. Так, ну мы активируем с тобой следующий сундучок. Через 1 час он будет открыт. И идем на поле битвы. Ну что, попробуем сегодня добраться до 280-й миссии каким-нибудь макаром. Так, уровень 7, 25, 27. Короче, как обычно, начинается полная лютость. Уровни скоро будут за 30, судя по всему. Но мы как-то с тобой все равно держимся здесь. Благодаря, наверное, тому, что у нас все-таки есть эпические карты, которые прокачаны хотя бы выше 3 уровня. Иначе бы тут просто трэш был бы. Так, ну-ка, старичок, давай. Начинай по-тихому бомбить, переманивать. Кто там? Ё-моё, не надо вот этого вот. Так, у него тоже, да? Дедулечка там был, я смотрю. Бумс. Офигеть, он такой весь в кристаллах, чувак этот. Ой-ой-ой-ой, плохо, плохо, плохо наше дело. Ты смотри, что сделал, а? У него, оказывается, пламя было. Я это просмотрел. Я этот момент, ребята, не доглядел. Это мое упущение. Так, ну что, 2 гринча. Я надеюсь, мы сейчас с тобой здесь нарезаем наших ребятушек. Окей. Да. Не сказать, что это хорошо. Так. Блин. Конечно же, этот Мэнни. Давай-ка мы с тобой вот так сделаем. У-ху-ху-ху-ху-ху. Всех пришлепнул, а? Ну, закалывайте, закалывайте этого хламона. Так, этого-то в минус. Так, этого тоже в минус. И... Да блин, я уже думал сейчас... Да, все. Расписали. Ну что, я тебе скажу, уже бои довольно долгие у нас. Такой халявы уже нету, как раньше. Так, выпадает нам бумзи, а мы едем дальше. На вторую миссию, да? Даже не на вторую, а на 272-ю. И что мы здесь видим? Джина, так, кузнец, Раф, домохозяйка Анжела. А вот это кто такой? Это, по-моему, телепорт. Ну и, как видим, старичок-лучник 27 уровня. Пш, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Он думает, что он с помощью этих дедулек сможет выиграть. Нет, конечно, потому что у нас есть другой дед. Намного круче. Так, а вот Анжела это, я не знаю, ребята. Как она? Ух. Бомбит. Лютует. Смотри-ка, Анжелка-то. На тебе. Так, нам понадобится кто? Наверное... Так, Раф появился. Это не очень хорошо на самом деле. Погнали. Давай-давай-давай. Отлично. Ну, ты смотри, что мы вытворяем. Просто переманиваем нас. Ага, он телепортирует. Он телепортирует с этого телепорта где-то в середину. И это нам не нужно. Так, давай-ка мы, наверное, так сделаем с тобой. Окей. Так, телепорт, пушку мы уничтожили. Есть. Ну что, главная победа. Какими путями уже не имеет значения. И что мы тут с тобой получаем последнюю карту? Это телепорт. Вот как раз этот телепорт и был. Так, идем на... Какая там? 273-я миссия. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, я уже на 350-й миссии. Я очень за них рад. Я тоже доберусь когда-нибудь, рано или поздно. Рано или поздно я туда тоже доберусь. Так, тут у них кузнец Брок. Попробуй, наверное, вот так сделать.
Вот это плохо, сейчас Раф начнет здесь. Ё-моё. Я так и думал. Смотри, какая у него пушка. Да, пушечка у него там не кислая. Офигеть. Нет. Да что я делаю-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Что они так долго в заморозке-то находятся? Вот так вот. Сам же и подорвался на свои мини, да, получается? Так, этот кузнец Брок, любовник, точнее, Брок. Давай, наверное, так сделаем. Яду напускаем. Опять заморозка, а? Так, Гринч, ты сейчас взорвешься. Ты сейчас у меня взорвешься. Хотя мы можем... Нет, все, мы выиграли. Фух, напряженные, конечно, поединки. Так, хорошее количество денег дали. Надо это все приумножить. Ну что, 274-я миссия. Смотрим. Так, у него есть ассасинка 14 уровня. Не знаю. Тут еще вот этот вот мелкий хмырь. Плюс ракетница. Ладушки. Давай смотреть. Опять же, ребят, вся надежда на нашего старика. По идее, он должен прописывать здесь люля таких, что мама не горюй. Так, попробуем. Ага. Так, это поставило себе защиту. Ну. Так, там еще, я смотрю, и убийца бежит. Ассасинка, вон она, сзади. Блин, да что ж такое-то? Сейчас кому-то шваркнет, друзья мои. Кого она шваркнет? Естественно, здесь. Угу. И побежала обратно. Давай. Нормуль. Так, он еще одну призвал. Она начинает своими ракетами бомбить. Так, этот отдуплился. Кузнец Брок пошел прочь. Сейчас, по-моему, стариков мне их тут завалит всех, да? На тебе. Готово. Победа. Ну что, я считаю, неплохо. Так, монетки, опыт и заброшенная музи. Следующий поединок сразу же. На горяченькую. Так, здесь у нас будет разыгрываться сундук. Ёк-макарёк, ты посмотри. Ты посмотри, что он тут затеял, а? Спрашивается, нафига мне тогда вот этот охламон здесь вообще нужен? Давай-ка мы поменяем. Я, наверное, сделаю... Ты будешь браться? Вот так, скорее всего. Скорее всего, вот так. И что тут еще можно было бы взять? Что бы нам тут пригодилось? Наверное, стрелок. Но это не точно. Но я, кажется, проиграю здесь. Потому что тут вот это вот 7 уровня. Как тут против нее бороться? Она сейчас издалека начнет бомбить. Этот еще будет бежать, сломя голову. Игнорируя всех и всяк. Плевать в лицо прям. Не знаю, ребят. Вон он уже бежит. Он уже бежит. Так, ну что, окей. Что ты делаешь тут? Так, надо этого... Блин, курица, ну... Нормуль. Так, Гринч. В панике, да? Так, у нас перегородка, да, есть с тобой, если что? Окей. Так, он ярость активировал. А мы с тобой возьмем и позовем магичку.
Давай, 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 давай. Фух. Прям, я не знаю, ребята, напряженка конкретная. Смотри. Так, яд сюда бросим. И... да, победа. Фух. Слушай, ну старик, конечно, нам хорошо здесь помогал. Ты видел, да? Сколько он переманивал на нашу сторону противника. Почти ничтожный Джо нам достается. Так, смотрим дальше. 276-я миссия. Ну, здесь будет попроще. Сразу тебе говорю. Здесь у него в основном идет акцент на танков. Янси плюс Гого. И вот этот вот рабовладелец. Так что все, как говорится, в наших силах. Вызываем с собой Гринчи. Блин, эта бабка, она же еще толкает, я же вспомнил. Давай, давай, курятинка, давай, бомби. Так, еще и лучница, блин, вышла уже. Лучницу валите. Блин, не успели, а. Так. Ну. Выходи, родная. Так, бабулечка пошла обратно. Развернулась. Улетела. Ну, смотри, что у нас происходит. Вообще замечательно, я считаю. Замедляшку сделала. А мы еще одного Гринча позовем. И стариков. По-моему, все, доигрался он, да? Есть. Что и требовалось доказать. Так, выпадает нам здесь вот старичок. Мало, правда, но ладно. И 277 уровень. Кто у нас тут? Да никто. Поехали. Может быть, нам другим составом попробовать поиграть, а? Я думаю, что вам, наверное, уже он приелся. Магичкой я практически не пользуюсь, согласись. Редко ее вызываю. Редко, но метко. Так, погоди. Да чтоб тебе, блин. Опять эта старая добрая команда у них пошла, а? Давай, вот бомби своих. Окей. Это кто там? Блин, это слепой крот появился. Давай, давай, своих бомби. Так, а мы с тобой, наверное, сейчас призовем кого? Магичку? Нет. Да, вот так вот. Ну и... по итогу, что у нас получается? Ты посмотри, там какая возня, кипишня. Трэш. Так, давай сюда яд бросим с тобой. Опять эта бабка. Все, ему кранты. Ему кранты. Ну что, награды ничтожные наши. Так, мистер Остроносый. Почему мистер, а не миссис или мисс? Именно мистер. Так, а здесь у нас с тобой разыгрываются гемы. Ой-ой-ой-ой. Вот, кстати, вот этого дракона я, по-моему, еще не видел. Но вот это вот знакомая, блин. Она же превращает в куриц. Так, еще и дед у него 6 уровня. Интересно посмотреть на это все. Очень интересно. Так, с этой надо будет как-то разбираться, блин. Давай, наверное, сделаем так. Пока, подожди, не будем делать. Так, кузнеца позвал, да? Ох, смотрите, 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 смотрите. Нифига он. Что он там делает, я так и не понял. Махает своими клешнями.
Давай, давай, стрик, беги. Так, этого уничтожили. Вот она, курятница. Явилась, не запылилась. Улетела. Ну тут легко было. Тут было легко. Так, монеты. 75 кристаллов, 20 опыта и куранок. Вечно этот куранок выпадает. Ну, а мы с тобой переходим на 279-ю миссию. Так, я думаю, что здесь тоже ничего сложного. Блин, хотел команду поменять, ладно. Ну, если она пока рулит, ребят, зачем нам ее менять, верно? Верно. Если команда справляется, то ничего не надо менять. Вот это, я считаю, вообще бестолковый. Вот этот вот дракон, или как его назвать? Дракон, наверное, да? И скелет. Так, вот здесь вот я, конечно, немножко, по-моему, лопухнулся в плане того, что я потратил яд. А у него же старик. У него еще и старик там оказывается. Блин. Вот это плохо. Так, надо переманивать. А как ты, блин, переманивать будешь? Трындец. Вот это я, ребята, из-за своей же ошибки, по-моему, лопухнулся. Угу. Да. Мне только лишь кто поможет? Яд? Яд, и что дальше? Гринч, выручай, пожалуйста. Эх, Гринч, Гринч, Гринч. Нет. Гринч в замешательстве. Да, друзья, по-моему, фейл. А я сам виноват. Пока рулит колода, можно играть, не меняя. Вот тебе и накаркал, блин. Что мы с тобой тогда сделаем? Поменяем. Вот на эту. А что у нас тут поменялся-то? Только лишь добавляется этот. Не, давай-ка что-нибудь по-конкретному поменяем. Например, возьмем... Например, возьмем вот этих скелетов. Этих скелетов и... Может быть, взять Рафа нам с тобой? Как думаешь, взять его или нет? Да, наверное, и так пойдет, да? Окей, короче, как у нас есть команда, такой командой сейчас будем играть. Так, здесь мы ему же проиграли, да? Павлуша. Ах ты, Павлуша. Ну что ж, давай. Так, три скелета побежали. Че, всех сразу одним ударом, блин? Вот, друзья мои, явился стрелок, на котором я тогда и сфейлился. А теперь будем вызывать мы стрелков. Вот так вот. И посмотрим, кто кого. Окей. Так, смотри, что происходит. Блин. Отравили, уничтожили. Какой прикол от этих скелетов? Я не могу понять. Они бегут вроде бы втроем, а когда их убивают, они вроде как одно целое. Так, минус. Так, у него опять стрелок, друзья мои. У него опять стрелок, блин, там. Срочно яд. Судя по всему, ему крышка. Так что, Павлуша, отдыхай. Увидимся в следующей игре. Так, ну, а мы с тобой получаем награды. 7 монет, 20 опыта и Розалинда. Ну вот, так не спеша мы с тобой добрались до последней миссии, 280-я. Что-то мне этот скелет не очень нравится, давай его, наверное, поменяем, а? А если поменять, то на кого?
Можно вот эту вот взять. Или вот эту. Давай, наверное, торговец душами Дуппи возьмем. Мне почему-то кажется, что от нее будет больше профита. Поехали. Блин, мы этого, кстати, чувачка можем скоро раскачать, если получим всего лишь две карточки, которые не так легко получить. Так, у него старик, я смотрю. Куда это разогнался-то? Куда это там мечтатель наивный? Так, подожди, а он еще и урон наносит, что ли, этот забор, нет? Или мне кажется? Тыкс, окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, защиту поставил, ребята. Давай, беги за нас. Все. Что он там делает? Хиляет, кого ты хиляешь-то, парень? Кого ты хиляешь, вот скажи мне на милость. Окей, опять он со своим забором, а? Окей, забор уничтожили. Лепрекона подбили. По-моему, ему крышка. Врача! Нет, парень, врач тебе уже не поможет. Как-то так. А вот и сундучок. 38 монет. Выпадает нам 20 опыта. Бумзи. Телепопка. И сладкий Дэнни. Не очень, конечно, шикарная награда. Я думал, будет покруче. Ну, а мы с тобой... Ага, все-таки есть. Да, есть другая награда. Бабуля Гого. Выпадает нам Торни. Рыжая Джина. Сладкий Дэнни и... Бумеран. И мы с тобой открыли новую главу. 15-ю. Здесь, кстати, мы с тобой получим как раз вот эту вот бабка-курятница. Можно ее выудить. Мумия-толкунка. Плюс... Я так понимаю, это злобный олень Санта-Клауса. Слушай, подожди, а разве у нас... А, у нас Будда, да? По-моему. А здесь какой-то монах. Эпический, а у нас с тобой легендарный. Так, и забираем награду. Так, награда у нас с тобой 300 монет. Как-то так. А так, надо будет мне потом посмотреть рекламный сундук. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, будем закругляться. В следующей серии попробуем пройти до 291 миссии, да? Вот до сюда. А возможно, у нас какой-нибудь скоро ивент появится новый. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.